Ну, я готов, если что. Ну все, хорошо, можно начинать тогда. Солдатик. Все, всем удачной игры. Да, всем удачи. Спасибо вам тоже. Вот так вот сразу. Да еще и... Да еще и с Алсетом. Бля, очень много народа. ХЗ. ХЗ, где здесь найти время для того, чтобы их бахать. Ну, буду как-то пробовать, я хз. Блин, очень много людей. Хм. Просто пипец. Хотя если тут двое, подожди. Нет, надо найти, надо бегать с Алсетом, найти двоих. Двоих зарезать. Блин. Черт. Сидим, не дрыгаемся. Сделаю вид, что я к ним пришел такой сверху. А, нашла Мисаю, где коммуникационная, где вот эту крутилку делать на квест. А, вот. С волнами. Это да. Снизу. Да, снизу справа. Я сверху пришел к вам только что. Я даже не знаю, сколько он... Ну не особо пиздит. Долго валяется, потому что я его... Пиздит. Пиздит. Он снизу пришел. Я сверху пришел к вам. Ты снизу пришел. Я шел вниз, ты снизу шел. Я шел за рыцарем и пришел в коммуникационную. Здрасте. Как ты шел за рыцарем? Откуда? Справа, в навигацию. Потому что я сверху. С рыцарем шел от кафетерии до кислорода. Кто был на камерах? Алсет. Алсет? Да. Но я ничего не видел толком. Ну, кто за мной? Вот, ну, ты вот сейчас ты был на камерах? Ну. А, ты видел, как я пробегала вниз? Я что-то забыл уже. Я видел то, что ты бегала Глеб и Медик вроде. Еще старого видел где-то неподалеку. Ну, старый был справа, сверху. Был. Пришел сверху, сделал квест говорю, ты... и пошел вниз. За рыцарем еще кто-то за мной сразу пришел в тот момент. Не помню. С ежиком на голове. Пипи-ежик. Блин, ну это был несправедливый наезд. Вообще несправедливо, потому что я реально сверху пришел. Ну как так? Просто несправедливо. Блин, уже половина квеста сделана. Сильно до хрена. Блин, куда он делся?
Бля, такое полево. Вайт. Старый. Нашел тело. Не я нашел тело. Ты рядом с телом стоял, а да, нашел форс. Я нажал кнопку, пытался попасть в нее. А, как-то очень подозрительно ты долго пытался в огромную кнопку попасть. Потому что у меня, блядь, он ходит направо на второй монитор, курсор. А где ты нашел? Он рядом с реактором. Возле реактора, да. Сейчас вот взрыв. И там был Алсед, был Вайт, а вот Форсайт, кстати, не видел. Я думал, что это ты нашел, что ты ближе был. Но это не Сол, потому что он попёрся вправо. Да, нам, когда я последний раз видел этого. Пересекались с Блёбом в этом, где канистра. И с Солом. Сол пошел направо, я пошел наверх. Медиева, ты где был? Я шел сначала с Фурсом от начала с направо, там зашел в кислород, подергал листочки, потом пошел вниз в коммуникации, из коммуникации в админку. В правой вот части тоже получается. Вот, Форс, в принципе, ну, наверное, скорее всего, не импостер, мне кажется. Ну вот здесь я видел только Алсета и Вайта. Гриш Форс нашел, но, блин, я его не видел, не успел посмотреть. Короче, не знаю. Понятно. Успехов. Вот уроды. Сайте саботажи. Что ж так нам здесь? Просто будете сидеть. Блин, в смысле. Блин, ну Алсет. А, молодец. Да ладно. Да это не Форс. Я это сейчас на камерах стоял вместе с Форсом. Там кислород начал, вот это авария. Смотрю, тело рядом со мной лежит. Это старый 100% был импостером, потому что ты его почерк. Так вот, дверями щелкать, реактор, там потом дверь так закрывать, это он на призраке шалит. Инфосотка. Сучонок. Значит, мы не прогадали, у нас получается 4 мирных и 1 импостер на корабле. Когда я уходил, все-таки Форс был еще живой рядом с тобой. Там я видел Медива в электрочитово и Соула. То есть остается либо что ты импостер, либо человек. Но человек был дальше от Форса. Алсет меня на камерах видел. Мне остался один квестик вооружейный. Вот. Я не импостер. То есть, типа, можем вместе побегать, кому там что осталось, и закрыть игру. Да. Я уверен, что ты старый, и 1-4 мы должны выиграть. Просто бегаем вместе, и все. Мне кажется, что нельзя так договариваться. Это слишком опешно. Когда мало людей остается, типа, договариваться, давай бегать вместе, и просто никаких шансов нет у одного выиграть, когда мало квестов еще остается, к тому же. Слишком круто. Такая толпа. Ну, чё?
Блин, не успел. Че, вы ждать будете? Лол. Бля, прости, братан. Блин, у нас КД общий, походу. Печально. Хз, слишком много людей. Слишком опасная тактика бегать в толпой. Нет шансов просто в конце. И таймера никакого нет на победку, получается. И ничего не можешь сделать. Все они просто бегают, и рано или поздно они все сделают квесты свои. И все. Но я их заебу. Будьте уверены. Они у меня, блядь, побегают слева направо по всей базе. Просто они будут бегать туда-сюда. И рано или поздно я смогу кого-нибудь отсечь. Они просто будут стоять ждать, серьезно, блин? Так, их заебало. Я все выполнил. Да как ты успел? Аналогично. Призраки все выполнили, я надеюсь. А кто не выполнил, то такой. Если это призраки, то это повод для кика. Потому что мы все... Я выполнил. Человечество сказал, что выполнил. Я тоже все выполнил, откровенно, если что, предоставлю. Ну не надо. Если призраки не выполняют задание, то а я здесь плохие новости, ребят. Возможно, за это кикать из игры. Вы руините. Так, а есть предположение, кто из нас? Либо Асета, либо Вайт. Я им обоим не доверяю, но я пока... Я скиплю. Пока нас 4 в 1, я никого не предлагаю не выкидывать. Просто бегать вместе, если это призраки, то, ну, технически... Да, тело, у меня почему-то принято такое ощущение, что это Мисая, потому что он не особо, так скажем. Квесты надо за призраков доделать, иначе мирный не выиграет. Мисая мертвый. Ну, блять, я по квестам говорю. Чайчик, голосуй, пожалуйста. Ну, я свои сделал, если что. Красав. Ребят, я повис, я релокнусь. Походу, это я руин. Так ты делай. Тогда убейте. Никто никуда не идет. Все сидим здесь. Я ж говорил, что это старый. Нереально. Нужно запрещать договор, когда остается один, ну, в смысле, когда остается четыре человека. Нужно, нельзя бегать вместе. Нет шансов вообще выиграть. 5 минут вы сейчас бегали кругами, толпой. Ни одного шанса победить просто у импостеров. А что делать? Как запрещать? Ну, допустим, все квесты сделаны у человека, что ему делать? Идти чилить в окно, смотреть в кафетерии. Добавить еще квест. Или квестов, нет вообще ни одного шанса. Я пытался отсечь, вы, блядь, останавливаете, ждете, когда дверь откроется. Ждете там тому, кто остался с другой стороны. Ну, сама подумай, рыцарь, просто реально нет шансов. Ну, я понимаю, старый. Просто я же говорю, а как это присесть? В кафетерий. Кафетерий. Как да? В том видосике. На кнопочку. Где чувак ждал, когда 100 человек, типа. Давайте тогда реально договоримся, что просто закончили квест, потом бегаем, ну, по комнатам проверяем наличие трупов. Будь патриотом корабля, закончил квест, умри. Это программа «Сдохни или умри». Нет, так правда, давайте тогда просто закончивший квест и ходит по комнатам, проверяет наличие на трупы. Все. Все, всем удачки. Че, серьезно? Опять? Я не хочу, я понимаю рыцаря, которая жаловалась, что типа
скучно. Я ее теперь понимаю. Нахрен он ко мне пришел? Так, Медив в реакторе идет ко мне. И у меня здесь двое. О боже. А, так даже это ж мой, блин. Че ты его не бахнул? Ну давай. Ну жми, и чего ты ж делаешь? Да жми. Чё за дерьмо, блядь? Ну, типа это я сейчас скажу, смотрите. Это блёд или дед? Кто-то из них. Они оба стояли на камерах, когда в начале игры я это видел. А я только зашел, давай рассказываю сначала. Зашел в медпункт, встал на сканер, Медив встал в очередь за мной. Начался саботаж, но я вышел со сканера, Медив там остался делать, я пошел в реактор. Прихожу в реактор, посмотрел, снизу стоит дед, нажата одна. Сверху стоит блёд, нажата одна. И нажата одна была, пока я еще бежал с медпункта. А блёд это кто? Окей. Очень долго не кончился реактор. Я еще постоял специально, вот как раз уже рыцарь подошла, тогда уже только нажал. Я сверху нажал, и там стоял блёд. Я снизу нажал и ждал. И стоял, ждал. С зажатой кнопкой. Кикаем блёда, чё? Давайте поверим. А потом старого Изи винду. Какие у тебя оправдания? Нет, старый, он держал кнопку, понимаешь? Я хотел Блёба послушать, ну ладно. Ребят, если что, и импостеры тоже могут держать кнопку. Ну да, но вот именно то, что он ее не держал. Держание кнопки. Блёб руинер. Просто руина. Заруинил сейчас, блин. Просто руина, блин. Никогда не понимал, как это дерьмо работает. А, все? Вот. Не знаю, что я тебе один делать буду. Блёб заруинил, кобздец. Смотрите, как квест идет. Нужно было просто сразу нажали и все. Подергали чуваков, и нормально. Ни в какие, блин, ворота. Надо чекнуть камеры. Да, блин, вы задолбали. Капец. Хз, что делать, реально хз. О! Хотя бы так. Хотя бы так. 3, 5, 4. Опять фокусы вне Хогвартс. Короче, нашел труп где-то в стене, где этот руль корабля. В стене? Тела не было, да, я кнопка вот этот репорт была. Да. Никакие предположения. Абсолютно никаких. Это не человек. Ну да.
Кстати, и не Сол, он, кажется, со мной в реакторе был. Медив рядом со мной сейчас в... на кислороде, короче. Там стояли Старпёр и Мессия. Я таким зашел третьим. Я могу предположить, что это Форс, но пока что это без доказательства. Возможно, кстати. Я, кстати, деда видел у пушки. Не знаю, он, но он. Насчет Форса, я его видел тоже на реакторе. Он пришел вместе со мной. Потом он убежал, но куда, не знаю. Интересно. Вот потом уже пришел ты как раз, Вайт. Ну да. Не знаю, мне история про третьего от Медива понравилась очень. Надо еще кого-нибудь хотя бы бахнуть до конца гадки. Это будет ЛС. Ибо нехуй. Пойдем. Пойдем. Блин, что он через верх пошел? Да не тихо, тихо, куда? Назад. Кто-нибудь, пожалуйста, придите. Бля, и там видно было. Нашел тело, короче, в электрощитовой. А дверь тебе закрыта. Миссия зашел? Что говоришь? Миссия в электрощитовую зашел к тебе? Нет, он ходит в дверь. Я... Да. Миссия был это, у щитка на камерах. Там щиток из провода. Ну, хжмяк, наверное. Прошу прощения, Алинка, это кто? Это Алсет. А, окей. Ну, это, получается, не Алсет и не Кролл, потому что они, ну, были рядом со мной. Алсет, поменяй потом ник. Я был в реакторной и жмякал кнопочки Соу, можно его подтвердить. Это же ты был там? Да, я был. Вот, там еще Алсет где прибегал. Да, Алсет еще позабегал. Соул, а что ты все время делаешь в реакторной, я не понимаю. Да, я сначала пришел кнопочки потыкать, потом убежал на саботаж, не успел и не вернулся делать запуск двигателя через циферки. Вайт вносит смуту, короче. Там саботаж и 3 квеста в реакторе, если что. У нас же, наверное, больше. Нет, 3. Там 2 квеста. Это кнопочки, перезапуск, саботаж. Там на одном квесте можно засесть. Там 1, 2, 3, 4, 5 и повторять последовательность. Не нашли у вас время. По крайней мере, у нас только один предатель. Это Вайт. Я до тебя доберусь. Голосует у меня постоянно собака. Блин. Интересно, через дверь можно убивать или нет? А труп Соу лежит на щуке, на люке в щитовой. Туда забегал Соу и кто же еще там был? Не помню. Я Вайта видел в комнате охраны. Я после того, как дверь закрылась. Ну я вас эту верю, поэтому вас... Я вот Вайта уже давно подозреваю, он вносит смуту, у меня там голосы слева.
Я лично против Вайт. В комнате охраны вообще толсет был. Вайт вряд ли. После реактора он пошел в охранку. Я стоял в комнате охраны, он может подтвердить, что я к нему подошел, увидел его и ушел. Я не в комнате охраны сейчас стоял, я в этом, в админке. А кто? После реактора Алсет пошел направо. Или оранжевый. В охранку. Там на камерах Форос был, он навряд ли подтвердит, потому что он не видел. Ну тогда ладно. Ну я помню, что на камерах стоял. Я думаю, это либо Форос, либо старый. Ой, не, это все. Короче, господин ладно. Медив. Это не Медив. Я было 1000 возможностей зарезать кучу народу, но я просто бегал. Тогда это сам Форс. За всю потому кратку. Что щитовой можно в охранку прыгнуть. Ну что, улетит он или нет? Да, хорошо. Но остался только я, к сожалению, меня выкинут следующим сейчас. Увы. Но вот с этим надо убить. Ну что, вот, по любе. Мне осталось два квеста, сразу скажу. У меня загрузки данных. Это карточка и движок, и все. Ну, я не знаю, сколько их бегать. Иногда надо один раз, и, ну, в смысле, мне два. Иногда по одному три. Разу осталось. Давайте закончим уже краску, без киков. Так я специально, чтобы когда испортили. А, спасибо, все. Молодец, Лосит. Окей. Чё, Вайт, грустно, да, из-за КД? Короче говоря, надо саботажи кидать. Потому что он реально мне будет КД сбивать. А так он. Меня не слышно, да? Сейчас норм. А так он не сможет собрать. Блин, не так рано, да господи, что ты делаешь? Блёк, руина, блин. Какая руина. Блёк. Просто пипец. Куда ты ушел? Как? Блин. Это не Вайт, это был старый. Старая статистика, старый. Говоришь? Блёк, ты такая руина, я просто я в шоке. Старый был. Поверить, другую катку. Одна секунда оставалась. И он активировал. Хотя он был за предателя. Но я-то не лучше тоже. Ой, блин, просто почему ты ладонь не приложил сразу? Ну я нормально пришел так. Просто я стою, жму кнопку и думаю, блёк, почему ты не жмешь? Сейчас же придут и будет очевидно все. Приходит человечек, думаю, ну пизда, или я, или он улетаем автоматом. Руина, бля. Не умею за импостера играть, мне трудно. Меня слышно, да? Да, слышно. Что? Почему я на голосовании не было слышно? Не понимаю. Не знаю. Я приказ вниз подошел, смотрю, дед стоит, короче. Так думаю, ну ладно, пойду наверх, может там никого нету. Одна нажата была. Там блёб такой стоит. Стою, смотрю, хуя крыться, прилетает уже с кем-то.
Ну я подбежала там, и непонятно там то, что он то ли держит кнопку, то ли что. Я подхожу, нажимаю кнопку, и, соответственно, это отреагировал. Ну, понятно. Что это он бежал. Ты два раза меня слева снизу закрывал в одиночку. Блин, двери — это зло, двери меня уже бесит. Блин, чё грешился? Чего Форс-то выкинули? Говорю, скорее всего, это Вайт. Говорит, Форс пока не может подтвердить его на камеру. Как его выкинули, за что?